Всем привет! Итак, все-таки решил я разделить тут части. Итак, получается, значит, вот такой вот персонаж Джокер. Это значит у нас штаны. Это у нас тут костюмчик. Примитивно, конечно, но шить как-то с одеждой уметь туговато. Ну вот штанишки, труселя, и можно вот такого вот его, значит, пускать в дело. Вставлять кости. Допустим, можно просто ботинки ему вставить. Ботинки можно сделать побольше, тогда он будет прикольнее такой в ластах таких больших. Ну, вот такой вот джок. Так, что еще можно сделать? Штанишки ему вставить. Так, труселя можно убрать. Это можно, значит, подкорректировать. Вот такой вот еще может быть перс. Можете моделированием добавить ему тут отдельно вот рубашку, джакет, если есть желание. Так, что еще? Ну вот такой вот китель. Вот так он выглядит. Это дело я все тут объединил, тут обрезал. Короче, не задалось у меня с одеждой в этот раз. Ну, как и всегда, в большей части случаев. Ну, так по-примитивненькому тут сделал. Вот такая штука. Ну, а так вот, такой у него внешний вид. Так, импортируем глаза. Где тут наши шайбы? Вот они. Так, что они как тут стали? Ну, а что, неплохо стали. Так, теперь G. Глаза примитивные. Так, нарисовал черненьким, пойдя. Вот такой черт. Ну так можно в труселях его чисто и в пиджаке пустить в анимацию. Будет тоже прикольно. Ну как по мне, так лучше вот, вот в таком виде Джокер еще не был, по-моему. Вот так вот. Ну так вот такой вот обзор. Если кому-то модель нужна, она в описании, можно скачать, переделать, вставить кости, поприкалываться, где-то что-то возможно переделать, и будет классный персонаж. Все, всем пока, до свидания.